Проект «Звезды в тонусе» продолжает делиться с вами секретами знаменитых фитнес-тренеров, которые помогли сотням селебритис по всему миру привести себя в форму. И самое главное – поддерживать этот результат. Представители украинского шоу-бизнеса также делятся сокровенным. Что едят, как часто, где тренируются и с кем. Гость этого выпуска «Звезды в тонусе» певец и актер Денис Любимов расскажет о своих предпочтениях в спорте, кулинарии и других жизненных аспектах, но немного позже, после первого блока программы. В прошлом выпуске я рассказал про йога Софию Мэнди Ингбер, которая считается одним из лучших тренеров Голливуда, а сегодня предлагаю познакомиться с не менее известным фитнес-инструктором Дэвидом Киршем. Мировую славу Дэвиду Киршу принесла разработанная им программа The Ultimate New York Body Plan, также известная как «Нью-Йоркская диета». Она включает комплекс кардио и силовых упражнений, а также систему питания и мотивационные установки, благодаря которым можно преобразить свою фигуру до неузнаваемости в достаточно быстрые сроки. Первый его успех как звездного тренера был связан с супермоделью Хайди Клум. Набрав после рождения сына около 20 килограммов, она смогла расстаться с ними в течение 2 месяцев. Дэвид утверждает, самое главное, чтобы фитнес и здоровое питание стали нормой жизни. И обязательное условие – вы должны действительно хотеть измениться, а не бросать обещания и слова на ветер. Рассмотрим первую часть программы Дэвида – это тренировки. Начинать их следует с кардио. Это могут быть бег, прыжки со скакалкой, бокс или езда на велосипеде. 30-40 минут отлично сжигают калории и помогают телу подготовиться к дальнейшим нагрузкам. Далее следуют силовые упражнения. Гантели весом не более 2 кг, фитбол – это специальный спортивный мяч, выпады с поворотом тела, отжимания, двойные скручивания и другие занятия как на верхнюю часть тела, так и на нижнюю. Небольшой вес компенсируется достаточно большим количеством подходов. Стремитесь делать не менее 15-20 повторений каждого упражнения по 3 захода. Не перенапрягайтесь и следите за пульсом, делая максимум, на что вы способны. И не забывайте, что качество не менее важно, чем количество, советует Дэвид Кирш. Заниматься следует каждый день. Правила нью-йоркской диеты довольно-таки строгие. На первом этапе придется отказаться от сахара, алкоголя, кофе, хлеба, макаронных изделий, риса, картофеля, молока и фруктов. Именно эти продукты запрещены диетой, ровно как и любые перекусы между приемами пищи. Вот примерное меню первого этапа нью-йоркской диеты. На завтрак это омлет из белков с помидорами, второй завтрак – протеиновый коктейль. На обед – жареные овощи и вареное индюшачье мясо. Полдник – омлет из белков, а на ужин – салат из тунца и зеленого горошка. Через 2 недели таких ограничений и физических нагрузок вы должны сбросить не менее 7 килограммов. Дальше идет второй 2-недельный этап – стабилизация. Все то же самое, только раз в день вы можете скушать один продукт из красного списка. Дэвид взывает к вашему здравому смыслу и надеется, что это будет фрукт, а не пирожное. На 3-м, заключительном этапе диеты можно включать в рацион уже 2 запрещенных продукта в день. Употреблять их Дэвид советует до 3 часов дня. От себя скажу, прежде чем вы решитесь на любую диету или фитнес-программу, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Помните, все мы индивидуальны. Особенный и гость этого выпуска программы «Звезды в тонусе» – певец, композитор, актер Денис Любимов. Любимов, настоящее имя Денис Любимов, родился 27 декабря 1991 года в Киеве. Окончил университет имени Бориса Гринченко по специальности эстрадный вокал. Участник талант-шоу «Фабрика Зерок 4». Актер главной роли мюзикла «Дракула Влад». Количество подписчиков в Инстаграм – 12 тысяч. Денис, здравствуй. Что ж, у тебя насыщенный день сегодня. И интервью, и репетиция. Завтра опять-таки премьера «Одесситы», даже не премьера «Одесситы», в очередной раз могут увидеть мюзикл. Скажи, вот в этом всем, как ты находишь время на питание? И здоровое ли оно у тебя? Я зачастую стараюсь, ну, здорово питаться. То есть по утрам это овсяная каша, например, много воды постоянно пью. Но вот когда начинаются именно такие поездки, то очень тяжело. Вот, например, сегодня вообще не завтракал, приехал сразу к вам. Вот, поесть я смогу, наверное, уже только после репетиции. А после репетиции у нас еще и фуршет, где бы я тоже смог поесть. Но на фуршете, вы же знаете, винишко и закуски, особо не наешься. В общем, да, иногда очень тяжело бывает питаться, но стараюсь много пить воды всегда. Хорошо, это завтрак. Завтра, я так понимаю, у тебя с овсянки, обед, ужин. Если мы говорим не об активной артистическом дне, вот у тебя как?
Ну, я стараюсь отказаться от гарниров. Почему стараюсь? Потому что я не могу отказаться от них, они очень вкусные там. Но вообще, по сути, стараюсь, это мясо и овощи. Вот такой вот микс, это и полезно, и в каком-то смысле здорово. Потому что я знаю, что вообще мясо это вредно, но я молодой парень, поэтому мясо я люблю и буду его есть. В отличие от многих знаменитостей, Денис занимается спортом дома. Да-да, вы не ослышались. Во-первых, дома это удобнее. У тебя всегда под рукой есть тренажерный зал, и с этим проблем нет. То есть, например, ты понимаешь, что, например, у тебя завтра выступление, да, немножко себе как-то привести форму, и ты можешь просто так пойти в зал, да, там. Но скажу изначально, что вообще, как вообще к этому пришли, это было семейное. То есть отец, он у меня спортсмен, и он захотел, чтобы у него дома. Это когда мы еще жили вместе просто. Сейчас я уже переехал, и зала нету дома, поэтому приходится приезжать к родителям домой. Вот. Но он изначально решил, что спортзал дома – это правильно. И благодаря этому спортзалу я после 11 класса похудел на 15 килограмм. Вот, и стал нормальным человеком. Это было твое желание, либо все-таки родители? Это было желание родителей все-таки. Да, но я им за это очень благодарен, потому что я в университете я почувствовал, как это нравится огромному количеству девушек. Что ты можешь посоветовать? Ты сказал, ты похудел на 15 килограмм, все-таки это немало. И вот, допустим, парень сейчас какой-то смотрит нашу программу, он понимает, что хочет похудеть даже на 20 килограмм. И у него есть какой-то дедлайн, скажем так, полгода. Что ты ему посоветуешь, что нужно сделать? Ну, я как человек, который постоянно борюсь с весом, потому что я как бы и худею быстро, и в то же время набираю быстро. Там, знаешь, у меня была премьера, там, фотосессия, я такой, ну все, везде я отснялся, больше никто не увидит меня там в ближайшую неделю, можно отъесться, потому что есть я очень люблю. Но потом ты понимаешь, что через неделю у тебя другие уже мероприятия, а щеки появились, набухли. Ну и самый лучший, наверное, способ – это не есть. Ну, много воды пить, опять же. То есть я просыпаюсь, выпиваю там 2 стакана воды, там, начинается день, овсяночку съел, то есть она очень, ну, низкокалорийная, и опять воду, 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 спорт, вода. И так вот за буквально 3 дня можно с удовольствием и без проблем сбросить килограмма 3-4. Пользуешься ли ты какими-то мобильными приложениями, по поводу которых тебе будут подсказывать, так, сейчас нужно выпить воду, сейчас нужно перекусить? Читаешь ли ты, возможно, какие-то журналы? Единственный журнал, который я читал, это был Men's Health в свое время. Вот. Но сейчас единственные программы, которыми я пользуюсь, это исключительно спортивные. Там, где, например, качаешь пресс, и там тебе 30 секунд показывается как, потом следующее задание, потом перерыв, что такого. Чисто напоминалками, что нужно выпить воду, это, я думаю, больше моя девушка занимается и напоминает мне, когда это делать. Сложно, но возможно найти человека из шоу-бизнеса, который не сидел на диетах. Денис Любимов не в их числе и поделился с нами рецептом. Самая безумная диета, на которой я сидел и вообще пробовал, это была гречневая диета, на которой ты ел просто гречку. Ты мог ее есть сколько хочешь, но проблема в том, что она была не соленая и просто отваренная. Даже без молока. Даже без молока, без масла, без ничего. Просто тупо гречку. Но так можешь есть сколько угодно, но она же не соленая. И первый, наверное, первый день было еще нормально, но потом начинается ужас, потому что ты не можешь есть эту гречку. Насколько тебе хватило? До кризиса, когда гречка подорожала, либо? Ну, я думаю, мне хватило на дней 5 максимум. И потом я сказал, лучше я буду есть овощи или вообще мало есть. А тем более мы парни, нужно нам кушать и мясо. Я так понимаю, вот такую гречневую диету можно отнести к такой нетрадиционной даже медицине, либо, возможно, такому совету. А ты когда-нибудь пользовался советами, либо читал про нетрадиционную медицину? Советами пользовался, зачастую это как раз были в тот момент, когда я худел, вот в школьные времена. И тогда даже в какой-то степени мне помогло похудеть болезнь желудочного пузыря, когда там были определенные проблемы. То просто есть нельзя было. И все было вареное и так далее, и тому подобное. Было тяжело, но вот именно благодаря такому вот способу жизни, и первый раз начинаешь, когда худеть, потом становится намного легче. Вот как я и говорил, сейчас мне очень легко сбросить 3 килограмма там, за 2 дня, например. Потому что я знаю определенные лайфхаки. Потому что щеки набухают, 2 дня без еды, и щеки уходят. А вот по поводу нетрадиционной, ты певец. Это твоя основная, основной вид деятельности. А какие-то нетрадиционные советы, как, возможно, что-то с горлом, возможно, какие-то отвары, если ты, не дай бог, чувствуешь, что ты начинаешь простывать, тем более сейчас осень, какие моменты ты принимаешь?
Ну, как вокалисты есть особенно, естественно, хорошие лайфхаки. Например, это если у тебя болит горло, тебе нужно скоро петь, либо записываться на студии, то это такое есть лекарство интересное, называется оно Исла, Исламос. Это сосательные такие таблетки травяные, что ли. Вот. И еще, если у тебя прям не втерпешь, почти там плохое смыкание связок, но нужно записываться, я использую такое лекарство, как фолиминт. А что она делает? Она просто расширяет связки на уровне, то есть она ментоловая, и прямо у тебя во рту такой... И связки, естественно, раскрываются, и можно хотя бы издать какие-то звуки. Это больше традиционное, а отвары вот такое ты... Нет, когда один раз сказали, Денис, выпей яичко с утреца, я такой, попробуй, так, оп, на, спасибо, обратно вернулся. Я надеюсь, что тебе не посоветовали страусиное яичко выпить, то было бы, конечно, тяжеловато. Это было бы очень тяжело, и слава богу, да. И прорезюмируем все сказанное. Скажи все-таки, Денис, что тебя держит в тонусе? В тонусе меня держит любовь. Скажу так вот просто, и фамилия моя Любимов, и вообще все, что я делаю, это делаю благодаря любви, благодаря тому, что хочу любить и получать любовь, и вообще заставлять, как-то странно прозвучало, заставлять, но все равно заставлять людей относиться друг к другу лучше и любить их. Информационный партнер программы «Звезды в тонусе» – журнал «Woman». Твоя жизнь, твои правила. Я так молю твою любовь.